Дорогие друзья, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Приятного просмотра. Необычный случай произошел в мексиканском футболе. Федерация футбола Мексики вместе с Национальной лигой объявила о том, что матчи 10-го тура чемпионата страны отменены из-за забастовки арбитров. Арбитры отказываются исполнять свои обязанности. Также сообщается, что новые даты матчей будут назначены чуть позднее. А что же произошло? На минувшей неделе два игрока получили дисквалификации на 10 и 7 дней. На 7 матчей, простите, за нападение на судей во время игр чемпионата Мексики. Ассоциация судей выступила в знак протеста против слишком мягких, по ее мнению, наказаний, которые получили защитники клуба «Америка» Пабло Агилар и форвард Талуки Энрике Триверио за агрессию против судей во время матчей чемпионата. Напомню, Талука после 9 туров идет на 5 месте, а «Америка» на 13. В продолжение темы смотрите ролик «В Мексике арбитр удалил троих за 30 секунд». Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, ставьте под ним лайки, комментируйте, делитесь в социальных сетях и подписывайтесь на канал. Это абсолютно бесплатно.